я пока еще, конечно, я счастлив. Я очень долго шел к этому, потому что второе место от второго до первого – это пропасть. Чемпион мира – это чемпион мира. Сегодня я вписал, скажем так, в свою жизнь очень значимое событие, значимый день. Это очень значимый день в моей жизни. Я бы хотел поблагодарить всех, кто был со мной в моей профессиональной среде. Это моего первого тренера, ныне покойного Льва Серафимовича Корешкова. Моего тренера Дмитрия Степановича Шевченко. Мы прошли с ним долгий путь и работаем вместе. Это и нашего менеджера Стефана Черионе. Очень много интересной информации я почерпнул от него. В общем, я рад. Я доволен. Ну, а вкус, наверное, придет чуть попозже. Скажи, пожалуйста. Завтра, наверное, я войду в зал. Я шучу, конечно. Конечно, нет, у нас еще командные соревнования. Вот, и дай бог показать такое же фехтование, как я показал сегодня. Скажи, пожалуйста, действительно все отмечают, что ты находишься в великолепной форме, чувствуешь, как говорят, да, у нас фехтование. Ты действительно вот так себя чувствуешь, или для себя сегодня был обычный день, так скажем, ну, соревновательный обычный день? Во-первых, родные стены, конечно, помогают. Я и в прошлом году выиграл универсиаду в Казани. Кстати, ровно год назад. Да. 5 дней. Ну, год и 5 дней, как я ее выиграл. Я выиграл свой день рождения. Но сказать, что это обычный день, я не могу. Я первый раз выигрываю чемпионат мира. Как бы, я думаю, что он все-таки это необычный день в моей жизни. Приятно было бы, конечно, если бы такое происходило почаще, но... Ну, посмотрим, еще все впереди. Скажи, пожалуйста, самый трудный бой для тебя был сегодня, финальный или нет? Лефорт. И, конечно, вот то, что Тимур проиграл Ма, это очень сильно облегчило мне задачу. Потому что с Тимуром, я думаю, у меня был бы очень тяжелый бой. Он в этом году выиграл чемпионат России. Он находится в превосходной форме. Сегодня он продемонстрировал замечательное фехтование. Он выиграл у Йопиха, 4-кратного чемпиона мира, кстати, в личном зачете. А у Бахмана, у второго немца, у бронзового призера Олимпийских игр. И, в общем, послужной список у него сегодня очень богат. И я думаю, что сегодня он на меня бы настраивался вдвойне. Потому что я в команде уже давно. Он только попал в финал. И вообще, Тимур человек с характером. Я думаю, что... мне было бы тяжелее. Асма, я 4-й раз встречаюсь в этом сезоне, и он мне ни разу не выиграл. Поэтому, с одной стороны, конечно, это грустно, что Тимур проиграл, но с другой стороны, он облегчил мне задачу. Ну, финал из двух рэперистов такого давно не было. Нет, из двух российских рэперистов. Да, было бы да. Интересно, но, конечно. Ну, есть чему стремиться. Да? Да, конечно. Ну все, я желаю вам удачи в командном соревновании. Будем надеяться, что все так же будет. Я очень на это надеюсь.